часть спорных показанных сюжетов было, но часть наводит на размышления. Там показали некие шабашки, которые, так сказать, занимаются там полулегальной или нелегальной распиловкой, так сказать, древесины. Мы эти шабашки каким-то образом учитываем, это же вот то, о чем говорил Илья Сергеевич, это и на численность занятых влияет. Мы каким-то образом через структуры вашего подразделения в районах проводим рейды по легализации этих шабашек, это же не только эти. У нас, посмотрите, когда начинает летний период, сколько у нас шабашек ходят строить разные дома. Как только вот новый массив выделяется и начинается застройка, ну, я вас уверяю, что там 50% вряд ли где-то числится, которые, так сказать, своими руками зарабатывают деньги, да, это, так сказать, неплохо, но, извините, они ни в какие учеты, ни в какие налоговые учеты у нас не входят. Мы с этим злом как-то будем бороться, а то у нас, так сказать, дотационная территория, а это тоже потенциал, это и на статистику благотворно повлияло бы, и на налоговый потенциал повлияло бы значительно. Мы как-то вот эти шабашки, халтурки и все остальные будем приводить в чувство, будем их как-то в налоговое поле и, так сказать, в поле вашего зрения приводить.